SkyCard. Стирай билетики и выигрывай. Здесь ты можешь заработать быстро и легко, без каких-либо трудностей. Выбираешь режим и начинаешь стирать карточки. Стер одинаковые? Получил свои деньги. Также есть режим битва, где ты можешь поиграть с другими пользователями и попытать удачу. Здесь моментально выводятся деньги на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Переходи по ссылке снизу и зарабатывай вместе со SkyCard. Команц. Нинчхэц. С Тюмени привет тоже. Привет, Тюмени. Волгоград. Доеду. Ждем рэпчик новый. Да, будет. Да, это пиздатая вилла. Как ты хочешь, я показал вот так как-то? Все, уже проехали. Я бы приехал в Днепр, но меня не пускают в Днепр. Вообще не только в Днепр, а в Украину. С битмарями сотрудничаю. Конечно. Аслану привет, конечно. Из Рязани. Рязани тоже привет. Обнинск ждет. Подождет, значит. Да, всем городам, всем весям, всем селам привет большой. Не тебе свистели, нет? Дай зажигалочку. Не накуренный, я, к сожалению. С удовольствием бы. Да, надеюсь, качнет альбом. Меня спрашивают, дом в Тае скоро купишь? Потолки построить. Все, не делаю мозги, еду в Тюмень, как скажешь тебе. И в Рязань. Сразу из Тюмени в Рязань, а потом в Днепропетровск. Как-нибудь на перекладные. Там... Она хуёво заряжает вообще. Будет лучше заряжать тогда? Счастья, добра, процветания, да, взаимно. Здоровье главное. Главное в нашем возрасте уже здоровье. Просыпаться и засыпать с хорошими мыслями, это тоже очень важно. В Эстонии, я же был недавно в Эстонии, по-моему. Нет, или подожди, в Таллине не был. Не надо так много лайков ставить, потому что хуёво лагает связь из-за этого. Нет никого из знакомых, кто хочет в прямой эфир совместно выйти. Из знакомых, из тех, кого я знаю. Я понимаю, что у вас много кто хочет, но я не готов так со всеми подряд. Только с теми, кто нахуй посылает. Да, треки в старом стиле как раз и готовятся. Много треков в старом стиле. Но их немного будет на альбоме, штук 11, наверное, 13. Я вообще не знаю, альбом это будет или EP, потому что 6 треков уже записано. Для 6 еще есть материал, я думаю, как сделать. В Израиле, наверное, после Таиланда в Израиль. Спасибо. Играй, кстати, слушайте, играй. Наша совместная песня Влада Рама совместно со мной. На iTunes уже. Играю в Влад Рам совместно с Гуфом. Такая просучек. На Новый год есть планы какие-то. Выйдет трек сольный мой 2 числа, наверное, синглом. 2-го, 3-го, как там получится, как iTunes. Потому что я все время говорю, а потом обламывается. Что, никто не смотрит из моих пацанов никто? Я никому не нужен, нахуй вообще уже. С наступающим вас всех, да. Может быть, это последний мой эфир в этом году, а может быть и нет. Блять, Шанхай, а как это?
не зовут пока в Шанхай. Ну так, нормальные комменты от людей, у кого ноль, блядь, ноль вообще мозгов. Ну, качество такое, да. Про битмарей рассказать. Работает у меня, то есть не то, что работает у меня, а присылает биты мне Ежа Продакшн из Питера. Никому не отдам его. Качество не очень, я потому что... Садится батарейка, наверное, да, я загружу. Я просто боюсь, если я начну заряжаться, они будут слышать меня? Смотрите, я сейчас поставлю на зарядку. Лучше стало... Но меня слышно по-прежнему? Скажите, что слышно. Слышно, нет? Ништяк, все слышно. Да, давайте поговорим еще. Ништяк, что слышно. Все, услышно, слышно. Хорошо, я понял. Тачка Mitsubishi Pajero, да? Изображение квадрат, это я просто квадратный уже. На батл кого? Включил свет. Народ, связь пропадает, потому что мы едем. Тачка... Скажешь, у тебя тачка залупа. Ну, писун, ну, как бы, не буду говорить, что ответил человек. Не, мое время только начинается. А твое время никогда не начнется, блядь, мудак. Себе здесь ехать стоит 8 миллионов рублей. Пусть приедут, заработают. Вот сегодня как-то нормально, потому что у нас ночь уже на дворе. 7:40. Ух. Куда опять потек-то, в смысле? Ладно, короче. Треки, ждите треков новых, если ждете. Не ждите, так не ждете, так и не ждите. Бля, столько русских на самом деле, это какой-то пиздец. Просто пиздец. Стасяныч, привет. Всем салют, всем, кто отправляет такие ручки, всем салют. Да, братан, скоро увидимся. Спасибо. И вам здоровья.
что, под чем я там опять? Под солями или под чем? Не пойму. Там мне все время пишут, что я под спайсом или под солями. Или... Под маслами. Что? Ты забыл, что? В Истру приеду, да, там перенеслось, по-моему, выступление, извините, Истра, что так долго я это, до вас не могу доехать. Да, под спайсом точно, я забыл просто, столько, блядь, всего происходит. Вот у меня бабушка учила так делать, ребята, так. Ну вот такой слабый фиток, если показался слабым, то вот такой слабый. Лёха, бля. Мне пишут просто. Ладно, давайте, народ, рад всех видеть. Ведите себя хорошо, не употребляйте наркотики никакие. Ну, травку можете покуривать. Хотя, не, её тоже не надо, а то скажут, что я насоветовал. Ешьте устрицы. Ешьте устрицы с пивом. Не ешьте никогда устрицы с пивом. Просто послушайте меня. Смузоскат можно, кстати. Хаски нормально? Нормально. Блять, ну не знаю, не знаю. Ладно, короче, надо кое-кому написать. Подтвердить одну информацию, которую вы мне здесь закинули. Давайте, обнял всех. Просто такое ощущение, что мы в Геленджике где-то едем. Анапа. По-любому, лучше трава, чем алко. Но к этому надо прийти еще. Я вот лично побухиваю. Все, давайте, народ, пока. Убрал ногу, окей, неуважение. Просто я так езжу, мне так удобно. Можно я сюда хотя бы поставлю? Я без понятия вообще, вообще без понятия. Я как-то вот с вами выхожу в эфир, иногда выставляю фотки в Инстаграм. Я не залезаю в телефон вообще. Стараюсь не залезать. В тачке играет Джулс Сантана. Проветриваю, да, ножку. Ты решил посмотреть мой прямой эфир, да? Так. Тони Вайт нормально, да? Тома, может, с тобой в прямой эфир выйдем? Привет, Люм, привет. Да, блядь, хватит, пожалуйста, писать мне про это. Привет, Перми тоже. А чё, давай пообщаемся, Том. Чего не отвечаешь-то? Да вы спрашиваете нормальные вопросы. Когда я приеду в Рязань, я не знаю. Когда я приеду, блядь, в Астану, я тоже не могу ответить. Свое лицо показывать зачем, если оно у меня такое же, блядь, как всегда. Ну, наверное, сейчас я под солями или под спайсами, я не знаю, под чем опять. Не, про твое пиво японское. Асахи. Как бом. Я смотрю, у вас там, да, какие-то, блядь, новости у всех, которыми вы думаете, что мне очень интересны. Трек «Опасный пассажир» очень скоро на альбоме будет. Здорово, кабан. Том, я в прямом эфире, я не могу сейчас посмотреть фотки. Немножко нарушаем, трясется немножко. Немножко чеченского вождения. Это не Марат рядом. Он говорит, покажи Марата. Марат здесь. Нет, не буду ничего зачитывать. Деду Морозу загадал, да, желание. Кто-нибудь еще из моих друзей, напишите коммент, чтобы я вас это вызвал на прямой эфир. Нет, с Татишкой не общаюсь. Альбом выпущу, обещаю.
мой любимый мульт, это мой любимый мульт. Вот мне интересно, сколько вот народ будет смотреть на то, как я просто еду по дороге. Да, блядь, не, пожалуйста, заебали с этим вопросом, вы что, гоните? Я кашу по Трэвису Скотту, чем? Дорогу снимаешь? А? Дорогу показываешь. Я тебе? Нет, дорогу показываю. Дорогу показываю, да, кого себя показывает?